Международный день инвалидов. Установлен 3 декабря каждого года Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 1992 году на 47-й сессии. Генеральная Ассамблея призвала все государства и международные организации сотрудничать в проведении этого дня. Сегодня день особый и важный, чтобы привлечь внимание ко всем, кто борется отважно с болезнью и страданием. Да, все под Богом ходим мы, и мы не застрахованы. От боли зла и от сумы пусть вы не избалованы. Судьбой у вас что отняла, здоровье полноценность, но силу духа вам дала, поверьте, это ценность. И не страшит вас сам недуг, барьеры жить мешают, преграды лестницы вокруг, иль вас не понимают. Ведь можно качественно жить, востребован ты если. Полезным людям можно быть и в инвалидном кресле. Хотим вам счастья пожелать, любви и достижения, стереотипы разрушать, побед вам и свершений. Сегодняшний праздник – это день самых сильных и чистых душой людей. Инвалидность – это всего лишь состояние тела. Главное, что все вы обладаете душой, желаниями, целями, которые сложно встретить в нашем мире у обычных людей. Международный день инвалидов. От чистого сердца хотим пожелать, чтобы каждый день приносил новые силы и вдохновение, прекрасное самочувствие и от жизни наслаждение. Поздравляем мужественных и сильных духом людей с праздником. Хотим пожелать несокрушимой воли к победе, заботы и внимания со стороны окружающих, душевного спокойствия, тепла и уюта. Хотим пожелать никогда не чувствовать себя слабым человеком и всегда оставаться уверенной в жизнерадостной личности. Желаем вам благополучия, бодрых сил и мира за окном.